내가 어떤 것들을 입었지? 아름다운 뜻을 올라가는 것은 내리 아름다운 뜻은 이루어지는 дорогие земляки, разрешите мне от вашего имени, от тысяч, тысяч жителей нашей республики поздравить вас с нашим знаменательным днем. Этот ритуал уходит тысячелетиями в прошлое, но символизирует собой связь времен и пространства. Поверьте, досточтимый Шаджин Лама, ваше высокопреосвященство. Сегодня во всех дальних уголках нашей калмыцкой степи превозносятся слова благопожелания в честь вас. И сотни людей, прошедших сегодня перед вашим троном, это лишь капля в той огромной людской реке, которая могла бы сегодня протекать здесь, у ваших ног. На протяжении многих лет вы наш духовный учитель. На протяжении многих лет своим чистым сердцем, чистыми помыслами, добрыми делами вы заслужили авторитет, уважение, человеческую любовь калмыцкого народа. Разрешите мне еще раз от лица всех жителей нашей республики и, конечно же, от себя лично преподнести вам в этот день наши души, наши светлые помыслы, наши самые лучшие добрые слова в честь лучших долголетия. Дай Бог вам здоровья, счастья, долгих-долгих лет жизни. Не оставляйте в ваших молитвах наш калмыцкий народ нашу родину.